из-за того, что ее, во-первых, легче хранить, во-вторых, интересно побавы, то есть, так скажем, да, и можно попробовать разное мясо, но есть много клиентов, которые не любят вот это вот со всем вот этим возиться, заморачиваться, просто берут нарезку, открыл, скушал, когда нужно это, ну, понятно, что... И вкуснейшим. Вот, вот, понимаете, он с этой стороны чуть тверже стал, пока стоит. Но вот попробуй, только не прям. Это, кстати, мы нарезаем порода мангалика, венгерская порода. Это лохматые свинки. Это получается порода похожа между серану и между 50% иберико. Он такой более сочный, жирноватенький. Пошел резаться хорошо. Пару миллиметров все-таки он под подсох чуть-чуть. Ну как тебе?